Нет ничего более долгожданного холодным зимним вечером, чем маршрутка. В общественную палату Ивановской области ежемесячно приходят сотни жалоб на работу транспорта, и особенно в вечернее время. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть, решили общественники, и провели ряд проверок работы общественного транспорта. Мы смотрим, да, действительно соответствует ситуация, либо, может быть, где-то просто не устраивает что-то. Да? Опять же, нельзя сбрасывать со счетов, что могут поступать и такие сообщения, ну, может быть, от конкурентов. Каких-то на маршрутах, вот они пытаются жаловаться друг на друга. Мы тоже это не исключаем, поэтому мы специально выезжаем посмотреть, убедиться для того, чтобы мы имели возможность объективно разговаривать с чиновниками на эту тему. Рейды, которых проведено уже 5 по самым проблемным с точки зрения горожан маршрутам, начинаются с 9 вечера и продолжаются в течение часа. За это время контрольные группы, расположившись неподалеку от остановок, фиксируют весь транспорт, который проходит на этом участке, и главное, тот, что не проходит. Здесь же фиксируется время движения транспорта и номер каждого автобуса, чтобы позже можно было составить верную картину ситуации на каждом маршруте. Это достаточно объективные данные, тут нигде никаких не приписок. Вы сами видели, как мы работаем, просто исключительно для того, чтобы действительно дать объективную оценку тому, и соответствует она жалобам жителей. Ну, в большинстве, конечно, эти жалобы, да, они обоснованы. На данный момент, по крайней мере, потому что мы вот увидели, к сожалению, эта ситуация, как говорится, не всегда благополучная. Объективная ситуация такова. Самыми неуловимыми в тот вечер оказались автобус номер 3 и 36-я маршрутка. За час проверки ни одного транспортного средства. 35-х за указанный период было всего 3, но одна из них пустая проехала мимо остановки. С маршрутами 7, 29, 30, 30Б, 31 и 135 проблем не возникло. Осталось эти данные упорядочить и представить сперва на обсуждение общественной палаты, а затем на обдумывание чиновникам от транспорта. В идеальном формате хотелось бы, чтобы по итогам этого круглого стола была создана на постоянной основе уже рабочая группа межведомственная совместно с чиновниками, с членами общественной палаты и представителями общественности, которая могла бы как раз компетентно, желательно быстро решать эти вопросы. Помимо нехватки транспорта, у горожан есть и другие претензии к работе перевозчиков. Курение во время движения, грязь в салоне, нарушение правил движения. Со всем этим также предстоит вместе разбираться общественникам и чиновникам. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.